Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев и команда «Хозяин». Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав «Наполи». Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев и команда «Хозяин». Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав «Наполи». Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев и команда «Хозяин». Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав «Наполи». Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев и команда «Хозяин». Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав «Наполи». Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев и команда «Хозяин». Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав «Наполи». Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев и команда «Хозяин». Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав «Наполи». Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев и команда «Хозяин». Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав «Наполи».
Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня великолепный проникающий пас. Валон Берами. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыгран. Продолжают владеть мячом. Очень долго.